Кортеж Мейвезера обстреляли. Охранник, находившийся в кортеже боксера Флойда Мейвезера, был ранен возле отеля Бускхиат в Атланте, США. Об этом сообщает Атланта Журнал Конститутиан. Инцидент произошел ночью в понедельник, 9 апреля. Мы считаем, что мистер Мейвезер мог находиться в одном из автомобилей, однако он не был ранен. Нам кажется, что это не была беспорядочная стрельба. Преступник намеренно выбрал этот кортеж, заявили издание в полиции. Жизни охранника ничто не угрожает. Полиция ведет поиски нападавших. Мейвезер завершил профессиональную карьеру в августе 2017 года после победы над ирландцем Конором Макгрегором в бою по правилам бокса. Он одержал 50-ю победу в 50 боях и заработал около 300 миллионов долларов. В марте спортсмен заявил, что подал документы для получения лицензии бойца смешанных единоборств (ММА). Также американец отметил, что уже начал тренировки. Больше важных новостей в телеграм-канале «Лента дня». Подписывайся, перейти в мою ленту. Новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.